В Мангистауской области при получении взятки задержан начальник департамента агентства по делам госслужбы. Вместе со своей подчиненной, заведующей отдела, чиновник просил у своих коллег по 100 тысяч тенге за успешное прохождение тестирования. Мздоимцев поймали с поличным прямо в кабинете. Помимо национальной валюты, финансовые полицейские нашли в сейфе и доллары. Откуда они взялись и для чего предназначались, теперь предстоит выяснить следствию. По факту получения взятки возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит лишение свободы с 7 до 12 лет с конфискацией имущества. В сегодняшний день уголовное дело находится в производстве. Иная информация об интересах следствия не разглашается.